798, правый борт, можно останавливаться. Не работает. Откройте дверь. Не работает, говорю. Я по вашей вине ослеп. Вы меня ослепили в Темиртау, блядь. Предупреждаем, что сейчас ведется аудио-видеозапись. Давай, предупреждаю. Можно, пожалуйста, давай. Документы ваши? Я вам документы ничего не покажу. Я дома. Отказываюсь. Вы нам сейчас, получается, отказываетесь предъявлять документы, предъявлять, да? Документы я буду. Так, права, да, могу показать. Вы забираете. Я уже устал. Хорошо. Вы меня ни за что. Я хотите... слепой по вашей вине. Я лично. Да, как инспектор. Давай разденусь, пойду. Чего? Я выйду вот сюда, подерусь с тобой. Нет. Руку убери от меня, вообще не подходи ко мне. Я клянусь Аллахом, я добьюсь своего. Марич, вы еще завтра извинения будете просить. Да. Сейчас будем производить у вас осмотр полностью. То есть на наличие каких-либо вещественных доказательств. Ножи, кассеты, пистолеты, запрещенные вещества. Законом пойми, еще что незаконно. Трава тоже? Да. Траву я курю сразу, скажу, у меня есть трава. Если есть, добровольно. Я никому ее не дам. Это хорошо, моя трава. Я сейчас рассматривать вас, и в ходе осмотра будем изымать. Есть моя трава. Заберите ее себе. Но меня не трогайте, эти гидры. Успокоимся. Пожалуйста, хорошо. Ребята, давайте же дружно. Давайте, как вот. Говорил кот Леопольд, я же сейчас не нарушил я закон. Я вам разъясняю, еще раз говорю. У вас есть запрещающие предметы? Я сказал, есть. Выдайте, пожалуйста, нам. Отдам. Но не вот надо меня снимать на стол, пожалуйста. На стол положу. Видео будет, если я скажу, вы подкинули. Положите на стол. Запрещающие предметы. Не заберете. Обещайте. Отдайте. Положите на стол. Это мое личное. Ничего никому не даю.